Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, значит, вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Эфиопию, сетевая партия в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели начало, то переходите к первой серии, ссылка на весь плейлист есть в описании и в прикрепленном комментарии. Там же ссылка на весь стрим с этой партии, который доступна для спонсоров канала. Большое спасибо вам за поддержку и всем вам приятного продолжения просмотра. Канализацию отложим пока. Подождем возвращения Магнуса. +4. Спросите у Египта, где чудеса? Походил. Так, харе мне мир предлагать. Так, по науке 282-202, но я думаю, что это он уже лабы начал строить. А сейчас глянем, кстати. Нет, нет, кстати, нет. Слушайте, а я ж могу... Блин. Я ж должен мочь... По идее, рурку построить. Подходящего места. А здесь? А, фабрика. Так, ну надо, видимо, в Микеле фабрику сделать. Будет. Блин, я так и не добавил на котика, что $10 пришли. Добавили в котику. Циву 6 почаще приходило. Ну, на что присылаете, то и стримлю. Имейте в виду. Так, поторговать бы ресами. Мапучи ничего нету.
Еще, кстати, в Харере можем сюда театралку потом бахнуть. Триста науки, да. Там ГГшки, он 100% какие-то ГГшки понахай. Может объявить войну Византии, чтобы их найти? У него не так много городов. Он нам, кстати, Корею дозабирает. Все. В общем-то, он их его забрал. Компьютеры сперли. На гранты пингалу повышу. Так, ну тут надо забирать. Бинарным даже... По лояльности не отваливается, кайф. А это откуда тут взялось? Господи. Вот почему он с этого лагеря лезет сюда постоянно? Какой-то прикол. Бесконечный. Сохранить город тоже пару очков. Ну, там все равно обычно вокруг города сильно влияют. А тут, видите, даже столица Голландии так не влияет, что... У меня всего один город рядом. И мне хватило губернатора посадить, чтобы удерживать город. Что странно. Так, сколько тут у него ходов? Один ход. Пошли на Роттердам тогда.
Как-то археологических раскопок немного. Даже реально, куда отправлять-то? А чё он Эйфеля пропустил, Византия? Странно. Так, ну мне надо рурку в Мекеле, получается, делать. А, фабрика нужна, блин. 4 хода. А купить? 600. Вот, следующим ходом можно купить будет. Отложим просто производство. Откладываем. Тут сейчас будем вырубать тоже. Вот сюда надо вести под рурочку. Ну и плюс инженер у нас вроде как. А, нечего спереть. Блин. Сюда можно смотреть, надо поточнее. Тут бы я поставил, если бы где-нибудь... А, вот, холм. Ну, вообще можно сюда, наверное, поставить. Я бы скорее сюда поставил. Его тоже надо будет сейчас нейтрализовать губернатора. Тоже надо будет сейчас перебросить куда-нибудь. Так, Магнус приехал. Покупаем фабрику. Ставим рурочку вот сюда. И вырубаем лесок. Хопс, хопста. И используем хопста 6. 6. Ну, кажется, построим. Что-то, мне кажется, построим. Ну вот этого куда? Вот у меня один сюда идет, а куда еще? Вот тут вокруг Нидерландов, что ли, что-то?
280 и 250 у меня. Два хода до лаб. Да, это два склеенных флага Польши. А, нет, это два склеенных флага Монако. Нет, на самом деле это склеенный флаг Монако и Индонезии. Разными сторонами, просто так, жопками. Кружечку всегда приятно построить. Ну и авиацию ускорили за счет этого. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Угу. Надо караванчик. Успел. Это мои каравеллы на автомате плавают. Да, ну у нас, короче, имхо-дуэлька тут с Византией, хотя Египет и Майя все еще в игре. Майя какой-то тормоз, который не принимает союзы, когда они заканчиваются.
Куда отсюда делся скаут варварский? Я все надеюсь встретить научные ГГшки. Не могу караваны поэтому отправлять. Непонятно куда. Ну, кстати, прикольный. И этот прикольный. Давайте возьмем, наверное, этого инженера. Дипломатической видимости тоже возьмем. Союз с Византией? Он хочет мне войну объявить в Византии? Это так... военный, наверное. Видели, было написано, Византия заключает союз с Нидерландами. Thank you.
дипломатическая видимость, как его, силу. Если у вас дипломатическая видимость на один уровень выше, чем у соперника, то у вас плюс 3 против него. Ну и вот эта информация всякая. Вот это, вот эти слухи, это чем выше дипломатическая видимость, тем больше вы этих слухов получаете. Вот сейчас, кстати, у меня должно быть против Нидерландов. Посмотрите, видите, кирасиры плюс 3 разведданные о передвижении противника. Это значит, что у меня на один уровень информация о нем выше, чем у него обо мне. Поэтому я имею против Нидерландов плюс 3. Спасибо. Блин, я просто надеялся, что он вот этого рабочего проатакует, а не пушку. Ого, сколько тут рабочих захвачено было. Не понял, а куда делась? А где реликвия? У меня кто-то спёр реликвию, разве?
А я не помню, какая борода, борода пророка, по-моему, да, была? Так, что нам тут качнуть? Давайте, наверное, Магнуса в кооперацию. Что, еще этого рабочего заберет? Какие напряженные варвары вот эти. Он просто всеми юнитами ко мне сюда перся. Никому больше. В принципе, а нефть у нас есть. Просто думаю, в танке мне идти. На воде только. Далеко. Ну, тоже на воде, я все равно не могу ее обработать, прикол. А, вот, будет в Гронингене. Ну ладно, то есть сначала так, потом в двигатель ВС. В Гронингене должна быть. А, у меня нету... Ха. Блин, меня сейчас Феодора, наверное, отменит... Мне Феодора сейчас отменит торговые пути. Скорее всего.
Продал Мапуче? В смысле про... Я продал Мапуче? Так, ну сейчас не глянуть, пока там голосование идет. Я продал Мапуче. Странно. Я, походу, увидел только, что он у меня покупает селитру, но не увидел, что... Понятно. Нет. Ну, Феодора... Феодора пыталась. Видите, 10 голосов. Феодора реально пыталась, да, мне запретить. Фуф, пронесло, что тут вложились, чтобы плюс 4 было. Так, опять мне тут не хватает 4 хода и не хватает 5 очков. Мне кажется, у него там довольство есть, а у меня нету. Мне надо как-то торговать. Довольство где-то получить надо. Ой, стоп. Бомбарда. Так, и где мне взять очки эпохи? Еще 5 очков. За веру людей покупать, да. Логично. Так, кого хочу? Хочу писателя, во-первых, тем более он дешевле всего стоит. Флотоводца. Ну, я еще бы писателя купил. О, 2 алюминия у нас в Микеле и в Аксуме.
Так, видимо, в Лалибеле будем здесь аэропорт строить. Villains. Блин, ну это место под космопорт. Я бы лучше тут, наверное, все-таки не строил аэропорт. Для космопорта оставил. А здесь 16 жителей надо. Что, наверное, только хотя, наверное, Византия должна голосовать. За вынос Голландии. Да, дадут, кстати. Ну, я уже и так великих людей. А куда мне еще веру сейчас эту тратить, по-хорошему? Так будет. Культурка. Великий или... Ну, кто там, Египет? Египет, голосуй или проиграешь? Мне бы с ним союз заключить еще. Ну а самолетами надо американца сносить. Он никакой сидит, он 79 науки. Хоть спать пойдет, я не знаю еще. Какое у него там время? Египет, короче, где-то ходит. Или что, проголосовал наконец? Ну, я не думаю, что прошло. Ну, зря, кстати, лучше бы прошло. Я бы просто сразу бы выполнил, наверное, этот... Ну, закрыл бы этот кризис. А, вот он, кстати, художественный музей. Я не думал, что у нас просто есть художественный музей, а они у нас есть. Еще сюда, в банк, наверное, можно будет позапхать. Ну и тут еще алюминий. Клеточку сразу, наверное, выкупить. Там-то алюминий. Ладно, у нас есть еще где обрабатывать. While I nodded, I beheld.
Да. По науке лучше... у него явно должны быть города-государства научные и еще счастье сверху. Так, у нас апельсины, какао, янтарь, черепахи, нефрит, игрушки, вино, сахар, свиньи. Соль могу торгануть. Так, а у Майя... Все это у меня вроде как есть. У меня какое-то несчастье, наверное, должно быть и от усталости от войны, нет? Нет. Да, 500 колбочек нормально. И это несмотря на то, что у него, ну, типа, городов как у меня. А у меня же еще пассивно. У него же нет никаких пассивных. У Византии, по-моему, нету ничего такого пассивного, что дает нау... А, подожди, он... Это не его религия? Межкультурный... А, у него межкультурный диалог. Вот оно что. У него межкультурный диалог нормально так дает. Да-да-да. Так, три армии или армады нам надо? Хотя мы уверены, что это без коммунизма, да, уверены. This intelligence brought it. Логистику надо. Республиканское наследие, хоть немножко счастья. На этом пока все, продолжение завтра. Напоминаю, что для спонсоров канала весь стрим с этой партией доступен по ссылке в описании. Большое спасибо вам за поддержку. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.